Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, это не новая серия, это продолжение старой, так что можете не волноваться. Добил я, по-моему, последних орков. А нет, ребята, не последних, сундука еще не дали, значит, еще там появится одна партийка. Ну ладно, мы ее сейчас дождемся, может быть, она уже там есть. Давайте заберем здесь все. Что у нас тут? Маны, да, с яблоками у меня маловато, конечно. Много тут не повоюем, но тем не менее немножечко сюжетной линии мы еще пройдем с вами. Так, здесь все это забираем. Забираем. Так, 102,5 тысячи яблок. Ладно, в принципе, должно хватить. Так, у меня 1 330 000. Что мы тут сможем с вами сделать? Ну, в ближайшее время, конечно, ничего. Вот лесопилочка, я смотрю, 900 тысяч нужна. Ага, облом, ребята, 300 тысяч стали, у меня столько нету. Поэтому ничего я не смогу сделать, ребята, абсолютно, потому что элементарно не хватает железа. Видите сами, 600, 500, а у меня максимальный запас 250 тысяч. Да, засада, конечно. Так, сарай, казна, да, жилая комната, госпиталь. В общем, по ресурсам не так все, да, как вот деньги, дерево, манна. А вот с железом засада полная. Поэтому придется что-то нам делать. Или улучшать, или что-то строить. Даже не знаю, что и сделать-то потом. Вот она, моя комнатка эта. Где они, в принципе, ее добывают. Сталь, но даже складировать некуда. А этот еще будет 2 дня у нас, ребята. И сразу видите, насколько? На 1 750 000 пополнение будет. И там уже, конечно же, развернемся. Ага, вот, ребята, последний у нас орк. Сейчас мы его добомбим. И я надеюсь, мы получим с вами синий сундук, из которого выпадет что-нибудь очень даже хорошее. Так, давай, детка, возвращайся. Краса тоже, возвращайся. И будем бомбить. Так, 87 тысяч мощей. Ну, в принципе, это все фигня. Блин, у меня есть магия засада. Да. Но, тем не менее, ребята, это серия продолжения той, так что должны все прекрасно понимать. Просто был небольшой отдых. И я не удержался, зашел, чтобы пройти еще маленько истории. Ну и, в конце концов, мне просто было жалко упускать свой синий сундук. Если бы я начал, например, уже проходить ее завтра, то там бы уже были бы другие орки, уже другой сундук. А здесь всего лишь-то два орочьих вторжения отбить, чтобы получить синий сундук. Короче, вы поняли меня. Отлично. Я надеюсь, мудрец меня не обманет и все-таки мне его подарит. Да, все отлично, все как надо. Так, давай лечись. Краса, тоже иди подлечись. Ну, а мы с вами будем сейчас открывать сундуки. Так, первый пошел, но я думаю, что здесь ничего хорошего не будет. Да, ресурсы. Ну, а синий, надеюсь, меня не подведет все-таки. Так, ага, он дал мне колечко, я так понимаю, да-да, ребята, это именно рудокопом. 273 ресурса в час. Можно сказать, что на данный момент она бесполезная, но это пока еще, потому что все забито у меня. Давайте его поставим, да, вот этому пареньку как раз будет оно в тему. Оно на первый уровень, неприхотливое, так что все отлично. Ну что же, теперь, ребята, пора нам, наверное, с вами отправляться уже на сюжетную линию. Смотреть, что там. Яблок, конечно, у нас не так много. Но на пару боев должно хватить. Возвращаем своих родных в свои комнатки. Ну что ж, поехали. Где у нас тут? Ага, снежная, ребята, пустыня. Так, 4 голема, 2 некроманта. Отлично, я думаю, мы справимся. Понеслась, родная. Так, у меня, блин, у меня жалко один боец. Ну да ладно, краса, я думаю, справится. Как я не хотел, конечно, магию тратить, но пришлось. Потому что уж больно что-то нерьяно побежали на магов. Все, упали. Ну и некроманты. Не понял, а что это он сейчас сделал? Дублировал себя, что ли, там? Да, по ходу дела, некромант сделал еще одного некроманта. Неплохо. Шикарно. Вот бы мне такую магию, да, ребят? Опа, бросающий, например, на воина. У тебя вместо одного два появляется, то бишь дубликат. Вот. Зуб на зуб не попадает, такой холод. Я давно предлагаю тебе свое адское тепло и демоническую страсть. Можно мне тогда чуть-чуть тепла?
Эй, Фрогус-то тут откуда взялся? Ёлки-палки, я уж не забыл про него. Так, отлично, ребята, на алхимика у нас выпала штучка одна. Я даже не знаю, подойдет она кому-нибудь. Там 380, да, ресурсов в час, если я не ошибаюсь. Так, подожди, где? Оно у нас идет как оружие, да? Да. Так, это у нас 460, но на 17 уровень, а здесь на 12. Ага. Ну, давайте посмотрим сейчас. Эх, не то. Здесь тоже не пойдет. Блин, фигово. Ха-ха, одинаковые. Здорово. Ну, так, 465. Слушайте, по-моему, ребят, все это бесполезно. Вот если только эту надеть. Нет, и то она слабенькая. Ну, что же я могу сказать, ребят? Алхимики вроде бы по топу одеты, так что за них можно не переживать. Так, что тут у нас? Настроение. Эй, кто там у нас? Опять огненный голем пришел? Уже до алхимиков докопался. Ладно. Ну что ж, давайте тогда сразу будем пробовать следующую. Край безнадежности, да, значит? Три голема, два арбалетчика. Так, ничего такого страшного я вроде не вижу. Ух ты, здоровички какие вылезли. Ну-ка, краса, давай бомби. Блин, приходится тратить магию, ну что-то как-то... Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо, краса, давай вставай. Блин, неужели проиграем, а? Да ну нафиг, не должны. Не должны. У меня ресерчик есть, хиллер есть, так что должны выстоять в любом случае. Хорошо, что у них лучники не такой сильный дамаг наносят моим магам. Это, конечно, плюс. Все, ребята, победили. Продвигаемся с вами дальше. И сундук при этом еще получили. Ну, на этот сундук, конечно, рассчитывать сильно не приходится. Там обычно ресурсы, вряд ли что-нибудь хорошее выпадет. Но, тем не менее, посмотрим. Ух ты, ё-моё, нифига себе. Так, отлично. На 44 уровень, конечно, но это ладно. И подвеска, причем синяя. Так, глянем. На 16 уровень. Это для казначеев у нас. Ну-ка, идите сюда, братки. Давайте приценимся. Вот, в принципе, и все решено. Даже думать долго не надо. Ставим ей и... И все отлично. У нее на 6 уровень висела какая-то хрень. Теперь она будет себя чувствовать уже более-менее комфортабельно. Так, яблоки. Блин, яблок мало, ребята, очень мало. Это буквально у нас с вами на одну заходочку. Или на две. Так, по-моему, по 20 тысяч, да, берется. Ладно, давайте продолжим. И у нас следы на снегу. Ух ты. Так, воскрешается. И вызывает прислужников воинов. Ху-ху-ху. Ну что же, нам делать нечего. Пойдемте посмотрим, что это за олух. Маг, отлично. Успокойся, родной мой. Блин, как же я соскучился по вам, а? Ребятушки, у мои скелетушки. Блин, давненько мы их уже не видели. Это уже как... Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. По вам я вообще не соскучился, замари. Успокойтесь, нифига, целую кучу там понавызывал. Причем с топориками. Ладно, но зато, ребята, мы сможем дальше делать достижения. Не достижения, а, да-да-да, именно достижения. Потому что, помните, да, там есть такие, убить, например, там 40 нежити или там 50 лучников нежити. А я раньше думал, ну как же так, если я, например, профукал с первой части, мне теперь уже не дано их сделать. Нет, все нормально, вернули, как видите. И на них можно, в принципе, этого добиться. Тихо, тихо, хорош, елки-палки, нифига он, блин, маг. Блин, я уже думал, сейчас проиграем. Нет, выжили, и это хорошо. Ёлки-палки, синий сундук. А, ну да, это же был как босс у нас. Ага. Фу, это чудовище чав-чав что-то жрёт. Надеюсь, у нас не пропадал никто из бойцов. Я оскорбил его неудачника Фрогуса. Шучу, просто дал погрызть игрушечную кость. Пусть челюсти разрабатывает. Да, понятно.
Скоро мы встретимся, ребята, с этим Чав-Чавком. Я не знаю, что это там за босс. Но я думаю, он не будет такой слабенький, как вот эти предыдущие. Так, ну что, ребята, у нас тут полная засада по яблокам. Сделать я больше ничего не смогу. Да, абсолютно. Только лишь вскрыть сундук. Давайте глянем, что в нем. Ну что такое? Так, отлично. Вау! Подвеска. Здоровье. Почти 3500. И воскрешающий посох. Что же, ребята, я вполне доволен. Очень даже хорошо у нас все тут вышло. Ну, а теперь нам осталось, наверное, приодеть маленько, да? Что тут у нас получается? Так, здоровье 4000. Надо посмотреть. Что-то я не туда полез, куда-то в дебри. Так, да подождите, не это надо мне. Вот. Ага, ладно, оно проигрывает. А что у нас еще-то есть? Магическая броня? Нет, ребят, я не буду ее ставить. Да, на красаву, грубо говоря, ничего нету. Печаль. Так, а где же у нас посох-то, который... Так, здесь... Нет, слабенькая. Это по области урон наносит. Тоже нам пока не нужно оно. А здесь проигрывает. Черт подери. Ага, воскрешает. У меня есть что-нибудь покруче? Скорее всего нету, потому что я вроде как выкладывал самое лучшее. Поэтому вряд ли что-то сейчас найду. Угу, не то. Это тем более не то. Я не знаю, может быть эти луки разбить? А вдруг пригодятся, а? Слабенькая, да-да, ребят, слабо. Давайте заберем здесь все. Так, яблоки. Блин, чуть-чуть не хватает. А так бы можно было бы еще один бой сделать. Давайте возвращать моих воинов. Ну, а что у вас-то тут происходит? Ага, скоро-скоро очень даже 66 и 63 уровень будет у моих воинов. И это очень даже замечательно. Так, холодная смерть. Да, ребят, 22 тысячи яблок. Ну, это чуть-чуть можно подождать, в принципе, да? И со следующего сбора яблок можно добиться 22 тысячи. Ладно, подождем, наверное, маленечко. Пока тут пособираем весь этот хлам. Так, дерево у меня уже миллион. Угу. С манной, конечно, проблемы. Я практически все спустил именно на нее. На ману. Ну что такое? Так, ну. Так, ребята, все отлично. У нас с вами яблок хватает как раз на заходочку. И я думаю, надо этим воспользоваться. Что у нас там? Холодная смерть. Так, големы простые. А этот... Лучники тоже, по ходу дела, обычные. Давайте накумарим их. Понеслась, как говорится. Я надеюсь, мы справимся. Так, тихо. Не буяньте, ребята. Блин, какие они жесткие, а. Оу, тихо. Давай. Хильте, елки-палки. Ну, отлично. Значит, одного голема мы уронили. Остался еще один. Черт, подери, эти лучники, блин. Так, замечательно, упали, и последний упал. Все, прошли. И получили еще один сундук. Меня это радует, в принципе, что? Подождали маленько, накопили чуть-чуть яблок. Ну, а теперь, конечно же, все, больше у нас ничего не выйдет. Яблок очень мало их. Ух ты, на 40-й уровень. Не то, что мало их, вообще нету у нас. Тут только остается, ребята, собирать все и, наверное, закругляться на этом. Да. Ну что же, ребята, я предлагаю как? Сделать, наверное, небольшой перерывчик, буквально секундный. И я следующую серию, скорее всего, сразу же сюда и воткну. Так что давайте подождем маленько. А на этом пока все. Ну что, ребят, всем привет, продолжаем. Эта серия, наверное, будет у нас коротенькая, но тем не менее. Так, победу я здесь одержал, но это липа. 63 уровень у меня получил боец. Так, что у нас там с яблоками, ребят, давайте глянем.
Ага, 111 тысяч. Ну, буквально еще на пару боев нам хватит. С манной. С манной полный фэншуй. Не подкопаться. Так, ну что же, давайте тогда, наверное, с вами перейдем и глянем, что у нас здесь. Так, бескрайние снега. Ага, два лучника, некромант и три голема. Думаю, сразу начнем их разбирать. Что тут тютюкаться? Давайте магию заберем. Да что ты, елки-палки, а? И будем сейчас готовить еще одну. Ой, ё, не туда зашел. Давайте вот так вот. Так, метеорит, ледяночку, наверное, скорость и вот так по одному еще. Все, в бой. Так, три голема, некромант и лучники, да, значит? Ну, как видите сами, все довольно прекрасно и хорошо. Големы сейчас уже упадут. Да падает уже, сопротивляется он там. Остался некромант. Все, он тоже упал. И лучники. Добиваем, добиваем. Все, отдыхают. Получаем сундук с вами. И 15 тысяч голды. Естественно, этих сразу, ребят, лечиться. Иди, иди. Тоже иди. Ну и ты до кучи. Пока все. Бревна, так, яблоки. Больше нам нечего здесь взять. Давайте открывать сундук. Ну что тут, ресурсы? Нет, смотрите-ка, ребята, зеленый лук. Очень даже хорошо. Если он даже мне и не пригодится, я его разобью на зеленый кристалл. Сколько вам тут еще, ребят? Мне еще часок подождать, и будет 66 уровень у одного из моих бойцов. Что очень хорошо. Я смогу ей поставить какие-нибудь плюшки. У меня как раз есть на этот уровень. Ну что же, подлечились, нет? Вроде бы когда. Можно возвращать. И пойдем мы с вами еще разочек на карту. С основным сюжетом. Разбомбим. Сколько у нас еще ходок? Примерно 3 можно сделать. А может быть 2. Ну как пойдет, посмотрим, короче. Ледяная армия, значит, да? Один голем, два некроманта и два лучника. В принципе, ничего сложного я в этом не вижу. Поехали. Ну, естественно, в первую очередь разбираем голема. Черт подери, они крепкие. Причем, смотрите, ребята, они хилятся. О-о-о, вот этого я не ожидал никак. Завалили все-таки, а? Красота. Мне приходится делать ледянку, потому что, ребят, иначе, смотрите, что тут вообще происходит. Елки-палки, а она третий раз уже за бой у меня падает. Если бы я не применял магию, поверьте, уже давно бы мои бы все лежали здесь. И у меня осталась всего одна магия, это метеорит. Черт подери, хреново. Что я могу еще сказать? Я остался без магии. Ты чавкаешь, что ты чавкаешь? Как страшно рычит эта тварь. Чап просто задремал и похрапывает. Тебе лучше не слышать его настоящего рыка. Вздремнул он там, а? Ну, наверное, придется вскоре его потревожить. Этого чавка. Блин, я думаю, с него будет лут просто шикарен. Там наверняка будет синий сундук, а из него выпадет замечательная плюшка, может даже не одна. Так, что здесь? Посох. На 41 уровень, слабенький. Причем обычный. И не нужно, как говорится, мне. Вот, так что я... Единственное, что, конечно, будет немножко обидно. Мы пройдем эту ледяную пустошь, или как ее там звать. Ледяные земли. И опять займемся с вами рутинными делами. Фармом. Ну и так далее, и тому подобное. Так, 4 голема, 2 некроманта. 4 голема, 2 некроманта. Магия у меня тю-тю, к сожалению. Что там, на ускорение. Думаю, здесь мы, наверное, не пройдем. Оу, да тут... Оу, елки-палки, да, ребята. Вот что значит не прочитать...
что делают эти некроманты и големы. Черт подери, так нелепо профукал ход, а. Блин, мне даже жалко. Да понятно, Дональд, что... Они сильные, блин. Ёлки-палки, я думал, что такого больше не будет. Поэтому так спокойно тут расхаживал. Но, как видите, все довольно плохо обернулось для меня. Два мага. Какой два? Все четыре слегли. Ну, а воин, естественно, не справился. Знаете что, ребята? Давайте я... У меня все равно 1 600 000, да? Потрачу эти деньги на кого? Так, ну, кракена не получится. Охранный ров я, если честно, не хочу. Да кто там лазит все время, а? Каспер опять. Опять Каспер тут нас навестил. А что же тогда можно сделать-то мне, а? Так, баллиста. А баллиста уже, походу, все. Вы прокачана по полной. Да, ребята, тогда получается... Нет, руны я не хочу. Давайте, наверное, моего лучника, свистуна, улучшим. Блин, 3 дня улучшаться будет. Ёпки ты, палки, 3 дня, ребята, вы представляете? Конечно, хотелось бы кракена, но на него не хватает денег. А вот на свистуна очень даже хватает. Давайте, сделаем. Ну, а я на этой ноте, ребята, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. И продолжим проходить основную сюжетную линию. Как раз мои войны раскачаются, все будет нормально. Ну, а вы продолжайте играть. И до скорых встреч. Удачи вам.